Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, а вы сейчас находитесь на канале Переесть. Сегодня у нас невероятно необычное блюдо. Сегодня готовим дичь. Но дичь непростая, дичь с Африки. Дичь сервоин. Что такое сервоин, напишите в комментариях, если не знаете. Но самое главное, не гуглите. Если знаете, напишите. Данный кусочек мяса нам обошелся в 47 рангов. Вот, это у нас антилопа виву. Ви или вива. Друзья, я гуглил, так и не нашел, что такое антилопа вива. Если вы знаете, обязательно пишите в комментариях. Короче, много пишите в комментариях, это полезно. Это продвигает наш канал. Я вас не буду задерживать, сразу ставьте лайк и погнали. Друзья, первым делом вскроем нашу африканскую посылку. Кстати, эту посылку нам передал наш друг. Он решил остаться инкогнито, но у нас будет серия роликов. Данный кусочек мяса, он, кстати, тут несколько даже кусочков. А, это у нас даже не стейки. Я думал, что это стейки. Ну, в любом случае, приготовим. На первом этапе, что нам нужно? Убрать лишнюю влагу с мяса. Промокнем наши кусочки с двух сторон. Я бы назвал это не стейком, это какие-то у нас медальончики такие вот. Вот. Какая часть, неизвестно, но филей написано. Друзья, чтобы почувствовать вкус мяса, будем делать его просто чисто по классике. Соль и перец. Так как это дичь, скорее всего, надо немного добавить жира. Чтобы перец и соль больше раскрылись в данном блюде, я его смажу подсолнечным маслом обычным. Традиционно при использовании гриля всегда используем соль морскую. У меня морская, вот обычная. Посыпаем солью по вкусу. Чтобы было вкусно. Не то, что по соли вкусно, а по сути вкусно. Ну и будем использовать перчик. Наш любимый классический Royal Field. Это, конечно, не реклама. Просто я им пользуюсь и вам советую. Шикарный дробленый перец. Вот этой вот мужественной ладошей мы вминаем соль и перец вовнутрь антилопы. Вовнутрь филей антилопы. Аналогично поступаем с другой стороны. Все отлично. Стейком-медальоном дадим немного постоять, чтобы они напитались, чтобы мясо напиталось вкусом. Ничем не отвлекаясь, сделаем вкуснейший соус, дип соус. Расскажу, как он делается. Вот такая вот прекрасная приправа от ребят из Heavy Meat All. Вот. Ну, как бы не реклама, я просто сам пользуюсь. Прикольная штука. Значит, нам понадобится 10 столовых ложек. Где-то примерно, ну так, на глаз я добавлю. И, соответственно, грибная основа, грибной соус, вот такой вот. Где-то порядка полутора столовых ложек. Ну, вот так вот, чуть-чуть еще, вот, полторы. Ничего придумывать не надо, просто размешиваем. Он со временем постоит и загустится. Состав здесь перец и соль, по-моему, и грибы. Ну, можно чуть-чуть еще, чуть-чуть вообще прям вот так вот. Ну, где-то у нас полноценные полторы столовые ложки. Отставляем его в сторону и занимаемся грилем. Сейчас расскажу, какая конфигурация гриля нам понадобится сегодня. Значит, я сегодня готовлю на брикетах, разжег. Вот. Температура нужна будет порядка 200, то есть средний жар 200-230 градусов. Отправляем стейки в зону непрямого жара, для того, чтобы их не переготовить. Решетка прогрелась, все прочистил я. Наша антилопа, правда, не гну, но
Viva отправляется в зону непрямого жара. За температурой следим с помощью термометра. По температуре приготовления самого мяса. Давайте закроем, сейчас расскажу. Температура самого мяса должна быть порядка 59-60 градусов. Сделаем ее в средней прожарке, как говядина. Я уточнял, готовить так можно. Значит, сейчас это займет какое-то время. Далее включусь, покажу, если будут какие-то нюансы. Друзья дорогие, давайте посмотрим, что у нас там. Ой, какое красивейшее мяско у нас получилось. Давайте посмотрим, сколько у нас там температура внутренняя. Уже 60 градусов, друзья, 63, 62, мясо уже готово. Но дадим небольшую корочку и получим реакцию Майяра. Сейчас на прямой жар, буквально на чуть-чуть. Тридцать секунд больше не надо, чтобы была красивая корочка, как мы любим. Ух, тут уже красивая. Друзья, мясо готово. Вот такой вот у нас вкуснейший результат. Невероятная антилопа Viva. Давайте дадим мясу немного отдохнуть, чтобы соки внутри каждого куска мяса распределились. И через 5 минут попробуем. И встречаемся на представлении блюда. На таком достаточно африканском представлении. Друзья дорогие, настал самый долгожданный момент каждого кулинара. Это дегустация. Ну что, давайте попробуем ароматную антилопу Viva из Африки. Давайте вот этот кусочек возьмем, который побольше. Прям сочится. Ну, у нас тут ближе даже кольцо копчения, кстати, видно. Даже не средняя прожарка, ближе что-то к медиуму. Попробуем чистым. Мясо такое сочное, плотное. Мы его абсолютно не испортили ничем. Соль, перец, классика. Давайте попробуем с дип-соусом. Еще кусочек отрежем. Опустим грибной соус. Соус невероятно дополняет антилопу. А если данное видео для вас было полезным, обязательно поставьте жирный лайк и подпишитесь на канал. Вам не сложно, нам приятно и полезно. Делитесь обязательно данным видео с друзьями. Чем больше друзей, тем больше наша комьюнити. До скорых встреч, всем пока. И ароматного вам барбекю, как говорит Сергей из гриль-барбекю клуба. Все, всем пока.